Сегодня на площади Дзержинского куряне могли увидеть праздничный трамвай книгачей, который посвящен литературным датам февраля. Мы расскажем о писателях-юбилярах февраля. В частности, сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Я думаю, что многие знают его строки «Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела». И также мы расскажем о Федоре Абрамове, у него тоже юбилей, о Гаршине. Участниками нашего маршрута станут также курские литераторы. Помимо литературной программы, пассажиры получили в подарок книги с буккроссинга. На каждом сидении куряне могли выбрать себе интересную книгу, поучаствовать в викторине и выиграть разные призы. Традиция у нас есть такая – выбирать счастливого пассажира. Вот в этот раз будет выбрано два счастливых пассажира на площади Рокоссовского и на проспекте Дружбы. Они получают подарки. И вот более 10 человек стали уже счастливыми пассажирами. Сегодня эта традиция будет продолжена. Сувенирная продукция, пожелания от книгачей, счастливые билетики можно будет получить. Так что пассажиры относятся очень хорошо. Многие считают, что подобного рода акции позволяют удивлять курян во время поездки и знакомить их с известными литераторами. Пассажиры относятся неоднозначно, но всегда с интересом, потому что это мероприятие еще не заезженное в формате нашего города. Организаторы подходят очень тщательно к подготовке данного мероприятия, просчитывают какие-то моменты, находят интересные материалы, поэтому в основном люди заинтересованы. В следующий раз трамвай книгачей проедет уже 3 марта. Новый маршрут будет посвящен Всемирному дню писателя. Кристина Розенкова, Сергей Сергеев, специально для Курск ТВ.ру.